маленький герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Добрейшего утра, мои уважаемые зрители, подписчики и гости этого канала. С вами утренняя новостная рубрика «Кальянный видеоблогинг», либо же, как все привыкли уже называть, «Кальянное уведомление». Пришло время с вами посмотреть, что вышло у блогеров Украины и России по обзорам за последнюю неделю. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет табак под названием «Бали». Обзор на табак турецкого производства. На канале Фламена вышло новое видео, в котором Владимир более подробно будет рассказывать и делиться своими впечатлениями о продукте «Бали». Расскажет о всех его плюсах и минусах, розничной цене, палитре вкусов, покажет, как его забивать и поделится своими впечатлениями о вкусах. Хола, сеньоры! С вами снова я, Сальвадор Дали. Интереснейшее видео о Хука Клаб Шоу, а конкретно со стенда Старбазы, более подробно о самом Старбазе на канале Богомена. Егор будет более подробно об этом всем рассказывать. И второе видео будет посвящено Дали, о котором он более подробно расскажет. Расскажет о всех его плюсах и минусах. Предполагаю, то, что большинство из вас уже слышали о новинке. Это кальянная смесь на нашем украинском рынке Dragon Puer Mix. Более подробно в своем выпуске Евгений поделится своими впечатлениями и мнениями о данном продукте, покажет блогер бокс в виде рюкзака, а также более подробно вам расскажет о угольке также нашего украинского производства Blackstone. Это я купил. Виталий на канале Дымный Бро будет делиться своим мнением о двух продуктах. Это табак Культ немецкого производства, и делиться своими впечатлениями, более подробно о нем рассказывать. И второе видео будет посвящено кальяну украинского производства Палка. Более подробно он вам покажет распаковку, сборку самих кальянов, расскажет о характеристиках и поделится своими плюсами и минусами. Всем привет! Вы на канале Paramedic Life. Канал Paramedic Life. Александр будет делиться своим мнением о новинке нашего украинского рынка. Это кальян Синдикат. Очень прикольная и стильная палка, которая реально стоит своих денег. Если вы хотите более подробно об этом узнать, переходите к нему на обзор. И всем привет, мои любимые друзья. Я вас рад приветствовать на канале Хука Бро Фэмили. Хука Бро Фэмили. Янис более подробно будет вам рассказывать о кальянных флаф, а точнее о его обновленных моделях. Будет рассказывать о всех его вариативностях, потому что у ребят на данный момент 3 модели представлены. Рассказывать о всех его розничных ценах, характеристиках и делиться своим мнением. Новое видео на канале кальянного магазина Шиша Стори. Александр более подробно будет рассказывать о их кальяне под названием Black Star. И второе видео на их канале будет посвящено дегустации табака Хаос. Всем привет, с вами Сальвадор. Канал Александра Двигалюка, у которого вышло 2 новых видео, и он будет более подробно рассказывать о табаке Дали, делиться своими впечатлениями, мнением, рассказывать о плюсах и минусах, расскажет о дизайне, розничной цене, фасовке и вкусах. И второе видео — это презентация табака Элемент в Молдове. Очень интересное видео, в котором будут даже показывать винные погреба, и это довольно-таки интересно. Поэтому кто пиздит, тот не курит. На канале Old School Hook вышло интереснейшее видео, в котором будут делиться своими знаниями в плане забивки кальяна и как сделать очень вкусный и интересный кальян в домашних условиях. Всем привет, друзья! Третье видео на табак Бали на канале Хука Ревизора, в котором Виталик будет делиться своим мнением о некоторых вкусах этого бренда. На канале Кальянных Вольтов Женек и Никита затронут тему акцизного драксайда, и самый главный вопрос этого всего видео будет, почему люди его покупают. Всем привет, и на канале Свежий, но без мяты. И в завершение, дорогие мои зрители, на канале Свежего, но без мяты, который идет Ренат, вышло, как всегда, краткое информативное видео, в котором будет делиться своими впечатлениями о кальяне нашего украинского производства Тотем Эва. Покажет его сборку, расскажет о характеристиках, розничной цене и расскажет о всех его плюсах и минусах. Так что, дорогие мои зрители, подписчики и гости этого канала, с вами была утренняя новостная рубрика «Кальянный видеоблогинг», где мы посмотрели, что вышло у украинских блогеров по обзорам за последнюю неделю. В соседнем видео будет, что вышло у российских блогеров по обзорам за последнюю неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, и всем вам хорошего дня!